Депутаты Госдумы приняли поправки в налоговый кодекс. Речь идет о совершенствовании особых налоговых режимов. Документ принят в первом чтении в рамках выполнения одного из пунктов антикризисного плана правительства. Изменения в налоговый кодекс дадут право регионам устанавливать налоговые ставки самостоятельно. О том, какие преференции получат окружные бизнесмены, в программе «Идея на миллион» рассказали уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Чупров и председатель Комитета инвестиционной деятельности и предпринимательства Ирина Тихомирова. Депутаты Госдумы в очередной раз вносят изменения в налоговый кодекс. Поправки наделяют регионы важными полномочиями – правом самостоятельно устанавливать ставки по четырем системам налогообложения. Самая распространенная – упрощенка. По ней работают 3/4 всех предпринимателей. Система предполагает фиксированную ставку 6% с дохода. Депутаты предлагают региональным законодателям изменять цифру на свое усмотрение. Это поможет стимулировать наиболее отстающие виды деятельности, такие как сельское хозяйство, хозяйство, рыболовство, сбор дикоросов. Несмотря на то, что непростые экономические условия для нашего региона, это окно возможностей. Потому что мы имеем возможность вот сделать такое льготное налогообложение, поскольку пока у нас сектор развит не очень серьезно, да, и мы, принимая эти решения, мы финансовую нагрузку несем очень небольшую. Другое дело, если бы у нас 50% бюджета формировалось за счет бизнеса, как в других регионах, там гораздо сложнее принимать эти вещи. Нам проще. Такое же послабление регионам дают в части вмененного дохода. Региональные законодатели могут снижать фиксированную ставку в 15% до 7,5%. Патентную систему тоже пополнили нововведениями. К ней планируется добавить 16 видов деятельности. Окружные власти отметили, налоговые льготы, несомненно, отразятся на бюджете. Однако результат должен оправдать все потери. Поэтому округ должен работать в ногу с федеральными коллегами. Игорь Викторович дал конкретное поручение вести соответствующий анализ и подготовить соответствующие проекты законов. А у нас в округе их будет несколько в соответствии с федеральным законодательством. Мы постоянно отслеживаем, как проходит этот закон обсуждение в Госдуме. И к моменту принятия закона в Госдуме во втором чтении у нас будут подготовлены соответствующие проекты со всеми обоснованиями, расчетами и соответствующими заключениями. Что касается налоговых каникул начинающим предпринимателям, они сохраняются до 2021 года. К социальной, научной и производственной сферам, на которые распространяются каникулы, добавлено бытовое обслуживание. Это более 40 видов деятельности. Все поправки Госдума планирует принять до 1 июля. Далее – работа окружных законодателей. Валентина Чимичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север».